Бля, а это как у него на ролике столько лайков и только один? Дядя, я сам в ахуе, бля. Ну это типа все из-за вас, бля, пацаны. Я не знаю, что могу сказать. Огромный респект вам, бля. Мне очень приятно, что вы ко мне подходите, бля, с таким позитивным посылом, бля. Это реально охуенно. Огромный вам респект, мужики, бля. Блять, не думал в Сочи прыгнуть. Вот с этой хуйни, да, которых... Джимми Джойн, братан, спасибо тебе. Спасибо за скрипцию. Вот с этой хуйты, которая, бля, культяпкам, бля, к ногам привязывают, да, к этим, к ахиллесу, бля, и просто прыгаешь. Бля, братан, очково пиздец. Мне очень стрёмно, я тебе реально говорю. Я, знаешь, я как бы высоты не боюсь, я не могу сказать, что мой самый страшный там, блядь, кошмар прям, знаешь, но... Блять, все равно очко сжимается, нихуйно от этого. Ты первый стример, у кого купил випку. Не випку, а сапку, наверное, брат. Спасибо тебе большое. Вдруг забудут пристегнуть, бля. Ну я, кстати, тоже об этом думал, бля. Я честно скажу, я когда ехал на Феррари, я думал в момент, что она, бля, вся сделана из алюминия, блять. И одно неловкое движение, и все, и пиздец, бля. Бифштекс, блядь. Биф строганов, блять. Понимаете, то есть, типа. Поэтому, ребята, я говорю, жизнь настолько ценна, не совершайте глупости, бля. Не поступайте, бля, знаете, на каких-то эмоциях. Не страдайте хуйтой, бля. Вообще пиздец. Не, реально, бля, Феррари это пиздец. Бля, дети, ебать ты настроение понимаешь, бля, спасибо тебе, братанчик, бля, спасибо, мужики, мне всегда такие, бля, теплые, позитивные слова, очень приятно слышать. Я, в принципе, ради этого и занимаюсь, блядь. Если я заставляю кого-то улыбаться, это уже охуенно, это уже, значит, работа выполнена. А на вертолете хочешь полетать? Вот на вертолете полетаю 100%. Густеридзе, спасибо, что тебе есть, бля, что ты есть, спасибо, мужики, что вы есть, бля. Первая сапка за всю мою жизнь, бля. Респект, братанчик, спасибо. Вот недавно на тебя наткнулся, но уже заебок, бля. Я рад, братанчик, что тебе все нравится, бля. Слава, как стать таким же, как ты, брат? Не надо становиться каким же, как я, блядь. Ты можешь быть, блядь, 100 раз лучше, понимаешь, блядь? Мы люди, блядь, понимаешь? Вот ты реально, ты человек в единственном экземпляре, блядь. Такого же, как ты, на земле больше нет. Ты можешь такой, блядь, такого натворить, блядь, такой движухи, блядь. Тебя, блядь, до конца жизни, блядь, запомнить, нахуй, понимаешь? Блядь, а те люди будут, блядь, помнить через 1000 лет, нахуй. Мужики, никогда не будьте, блядь, вот. Бля, ебать таймик, нахуй. Ой, бля, у меня ж мурашки пошли. Бля, балдеж, ебать, меня же нахуй пропёрли мурашки, бля, гусьбампсы, так сказать, нахуй вылезли, блядь, на затылке, нахуй. Вообще пиздец. Кринжатин на фоне, не, пиздец, дурак, я всегда респектую пацанам, которые начинают какую-то движуху, я вообще респектую за любое творчество, блядь. Некоторые там... Вот, вот, правильно, ебать, они просто моими словами говорят, мне даже нихуя говорить не надо. Просто даю сабе. Как я могу научить? Мне всего 17 лет. Жизнь это игра, и она не будет легкой. Эхал! Бля, жизнь реально, мужики, жизнь это, блядь. Не бойтесь ошибаться, ёпта, блядь. Это реально это тетрадь, блядь. Ну, что-то накосячили, блядь, за листочек сорвали и заново хуярьте, блядь. Вообще поебать, блядь. Пробуйте, экспериментируйте, блядь. Можно так кайфово жить, блядь. Можно так наслаждаться, блядь. Просто существованием. Просто банально, блядь, тем, что ты живешь, блядь. Можно столько всего пробовать, блядь. Просто что-то нравится, блядь. Вообще не думайте, что там одноклассники скажут. Я честно говорю, я когда начал пилить, блядь, всякие там инстаграм, сторисы, блядь, каждый раз думал, ебать, а что тут чел нахуй с района подумает? Блядь, да как хуяться, что тут чел с района подумает, блядь. Мне вообще похуй, я ему на лоб срал, ёпта. Это такая хуйта, блядь, братанчик, просто делай то, что тебе по кайфу. Блядь, ты найдешь отклик реально в этом. Если ты делаешь это с душой, если, блядь, люди это замечают, они реально это замечают, если ты сделаешь это с душой, блядь, то ты найдешь по-любому свой отклик, брат. Не стесняйся вообще поебать-то, что подумать. Я понимаю, что, знаешь, в таком молодом возрасте, бля, подростковом, это сложно осознать. Я сам, знаете, был подростком, блядь, который, как-то, знаете, блядь, ну, там, может быть, знаешь, стесняется, там, а что там она подумает, девчонка там из соседнего двора, блядь, которая там мне нравится. Ты, блядь, срал не на титьке, блядь, говном соски измазывал, блядь. Вообще похуй, что она подумает, блядь. Это твоя жизнь, блядь. Ты про эту тёлку, блядь, через год забудешь, блядь, а она тебе, может быть, вспомнит, блядь, кого видит тебя, нахуй, по телевизору, блядь, а тебе будут Оскар, ёпта, вручать, блядь. Понимаете, блядь? У каждого, блядь, 100%, вот тут не пиздите, блядь, вот у кого не было такой мысли, то, что ты хочешь что-то выложить в сторис, он такой думаешь, блядь, а чё вот она подумает, или чё он подумает, блядь? Блядь, вообще похуй, что она подумает. Просто, блядь, посрать, нахуй, по носам, ёпта, на лоб, блядь. Блядь, у каждого такое было, 100%. И в этом вся ошибка, то, что мы, блядь, мы столько, блядь, всего не делаем, мы столько всего не делаем из-за того, что мы боимся, блядь, стороннего оценочного суждения, блядь, это огроменная ошибка, мужики, блядь. Это пиздецкая огроменная ошибка. Ты никогда в старости, блядь, не будешь, блядь, думать, ты уже не будешь, блядь, понимаешь, думать о том, что, типа, ну, как это сделать, блядь, ты уже не сможешь это сделать, блядь. Вот ты будешь сожалеть о том, что этого не сделал, блядь. Вот это факт, вот это реально факт, нахуй. Бля, Слава, это лучше, бля, спасибо огромное, мужики, бля, спасибо, нахуй. Мне очень приятно, что я именно вот здесь, в этом месте, нахожу отклик, блядь. В своих словах я очень рад, что вы меня поддержите, бля, в свою очередь, бля, постараюсь, мужики, вам стараться какие-то грамотные мысли, бля, толкать, развиваться, блядь, там, ну, новые, так сказать, знания черпать, бля, и, естественно, вам их высирать, там, туда-сюда, бля. Скажи исполнители, это Эритага и Дипро. Это форнайтеры, пацаны, начинали, да, вот, ну, да. Иди в мировой господство, мужики, я сейчас уезжаю. Я в мировой господство не пойду, завтра я с Вадей буду на стриме играть в Counter-Strike. Я не буду говорить с кем, но там Вадя, если он посчитает нужным, он скажет.
Бардан, Энтони, вот то, что написал, типа, слава, скоро будет там инфо, и вот это вот второе слово там, блядь. Есть разница в том, что я за это не беру деньги, типа же. Ну, мне там донаты ничего не нужны, то есть, блядь, я говорю, там, ну, типа, деньги есть, блядь, пацаны. То есть, естественно, я же, блядь, не в удовольствие, ну, не для себя кручу ее там, то есть. Нет, для себя я тоже кручу, но это, типа, очевидно, что это реклама, то есть, блядь. Ну, типа, знаниями делиться я стараюсь, блядь, просто, ну, типа, ну, какие знания, блядь, не знаешь, просто какой-то жизненный опыт, блядь. То есть, некоторые его еще не получили, блядь, Как относишься к тому, что многие носят повязку, блядь, как у тебя вообще совершенно, блядь, нейтрально, мужики, если нравится, носите, блядь. Только, блядь, скажите, где их купить, нахуй, их, блядь, вы все скупили, кажись, а хуй знает, у меня, блядь, повязки нет, нахуй, у меня это, блядь, вся грязная в говне, блядь, измазанная, блядь, просто в масле моторном, блядь. А мне негде купить, просто маску, блядь, ой, маску, блядь, повязку. Это просто, так, блядь, так-то я, конечно, блядь, нормально, если нравится, носите, блядь, мне вообще похуй, пацаны. Я как-то всегда к этому спокойно относился. Мужики, сделал этот, сделал промокод там 0,25 центов, где повязка, ну ты чё юзаешь, блядь, вязайте на здоровье, блядь, используйте, блядь, поднимайте бабки, блядь. Фармите бабло, зарабатывайте бабки, блядь, радуйте своих родителей, блядь, мужики, вы, вот я ещё не испытал этот кайф, но вы не, ну, вот, прям вот в таком масштабном, блядь, размере, но вы не представляете, насколько приятно делать маме подарки, блядь, парни, зарабатывайте, блядь, реально бабки, блядь, не слушайте никого, что там, типа, бабки, блядь, это зло, блядь, бабки это заебись, я не буду пиздеть, то есть, знаете, там, типа, не в деньгах счастье, ну, блядь, поверьте, вы будете себя чувствовать очень хорошо, когда вы будете дарить маме машину. Поверьте мне на слово, блядь. Вы себя будете чувствовать охуенно. И как можно после этого сказать, что не в деньгах счастье? Другое вопрос, что за деньги не все купишь, это факт, блядь. Понимаете? Потому что там, типа, здоровье, грубо говоря, не купишь, блядь. Какой бы ты богатый не был, блядь. Это факт, да. Ну, ты можешь как бы его себе продлевать, там, типа, улучшать, но это. Вот. Ну а, блядь, это так приятно родителей радовать, блядь. Когда мама твоя гордится, это просто пиздец, блядь. Я не знаю, что может быть приятнее ощущение, когда всю жизнь мама для тебя что-то делает, и потом ты встаешь на ноги, блядь, берешь, даришь и это, даришь и то, ты смотришь в ее глаза, и это просто пиздец, блядь. Это просто пиздец, мужики. Я, блядь, желаю каждому, блядь, ну, дожить до этого момента, блядь, чтобы вот этот момент настал, и вы, блядь, смогли маме подарить что-то охуенное. Даже не что-то охуенное, такое, что, ну, неважно, там у всех свои масштабы, блядь. Просто порадовать маму, блядь, порадовать папу, блядь, это просто, это шикарно, нахуй. Это пиздец. Да. Вот, то есть в этом плане это просто пиздец. Поэтому я говорю, парни, развивайтесь, блядь. Те, кто делает мои нарезки, блядь, красавчики, нахуй, продавайте, блядь, всю рекламу, блядь. Зарабатывайте деньги, блядь, радуйте своих близких, блядь, радуйте себя, блядь. Смотри и слушай внимательно. Chance.gg отличный сайт. И специально для вас по промокоду Рофлс вы получите 50 центов на счет. Просто так, за регистрацию. Главная фишка — это кейсы. Просто имба. Такого вы нигде, я уверен, нигде не видели. С каждой ставкой и депозитом ваш уровень кейса растет. А чем выше уровень кейса, тем лучше в нем дроп. Это что-то нереальное. Вам как пользователям очень важно знать эту фишку, что если вам сайт доставил какие-то неудобства или у вас какие-то проблемы с ним, то если вы напишете, вы получите вознаграждение. Абсолютно каждый игрок. Техподдержка работает 24/7, поэтому проблем с сайтом у вас не будет. И если какие-то возникнут вопросы или проблемы, то вы их моментально решите. Если вам мало моей рекомендации, то я вам покажу вот это. Тут вы можете увидеть, как все работает, и поймете, что в отличие от других сайтов, тут повлиять на исход игры просто невозможно. Поэтому я думаю, сайт отличный, он вам понравится. Ссылка на сайт, бонус, все будет в описании и в закрепленном комментарии к этому ролику. Поэтому играйте и, конечно, выигрывайте. Это, бля, это просто охуенно. А, там скайпарк на Розе Хутор. Бля, я тебя боюсь, пизда этой хуйни. Я не знаю, это очень стрёмно, очень стрёмно. Нахуй повязка челама, который короткий волос. У меня, кстати, однажды была мысль, бля, постричься на лысо, чтобы я как яйцо, бля, перетянутой ленточкой был. У меня же, бля, по это вил, типа, аватарка на Твиче такая с яйцом, бля. Короче, пацаны, я полетел. Вадь, запустил? Вводите промокод бустер, парни, на фейле, на форсе, блядь. Нет. Блядь, что делать? Ты подожди, он же сейчас подрубит. О, давайте пчелкнем, давайте Алексею дадим рейд, нахуй. Алексей. Он подрубит или нет? Дайте ему напишу, блядь. Блядь, мне кажется, Алексей просто растрогается, нахуй. Алексей очень хороший человек, я очень рад, что я с ним познакомился. То есть, естественно, я не очень хорошо его знаю, но вот первое впечатление у него складывается очень приятно. У него очень хорошая мама. И вообще респект. Ну, мне кажется, Алексею было бы очень приятным, блядь. Типа,
Давай Алексея к Ваде все равно пойдут. Давайте так сделаем. Давайте порадуем Алексея. Я надеюсь, ему будет приятно. Очень, не знаю, мне прям огромное удовольствие составляет помогать людям, блядь. То есть, я знаю, что там у Алексея есть какие-то планы. Он там мне рассказывал, он хочет дом купить, а они хотят вместе с мамой, блядь, потому что он не с Москвы. Вот. И я считаю, что мечты должны сбываться, блядь. Там поддержите Алексея, мужики. Залетайте на стрим к Ваде, у него сегодня мировое господство, блядь. Давайте сделаем Лешеньке приятно, блядь. Парни, я полетел. Спасибо вам большое за то, что посетили поток вещания, парни. Спасибо за подписки, за донаты. Спасибо вам огромное за все, блядь. Мужики, спасибо, что вы есть. Спасибо за просмотр на моем и на Илюхином ролике. Спасибо за все, парни. Берегите себя, бля, берегите своих близких, радуйте своих мам, пап. Живите, бля, по совести, вот так вам скажу. Давайте, парни, я полетел, бля. Испаряюсь, блядь. Бэ-бэ, мужики.